привет! Меня зовут Ирина Форми, и я рада приветствовать вас на своей тренировке. Сегодняшнее занятие мы проведем с гантелями. При этом больше не значит лучше. А это значит, что вам подойдут любые два одинаковых предмета весом от 1 до 2 килограммов. Например, бутылки с водой тоже прекрасный инвентарь. Сегодняшняя тренировка направлена на проработку нижней части корпуса, а также на проработку мышц плечевого пояса. Первое упражнение, которое мы с вами выполняем, это приседание в сторону. При этом на каждое приседание отшагивающая нога будет меняться. Параллельно мы с вами сгибаем руки в локтевом суставе, тем самым прорабатываем двуглавую мышцу плеча. Следующее упражнение, которое мы с вами выполняем, это динамические выпады вперед с вращением рук в плечевом суставе. Выполняем выпад, вращение, вернулись обратно, поменяли ногу. Выпад, вращение, вернулись обратно. Выпад, вращение, вернулись обратно. Выпад, вращение, обратно. Следующее упражнение, которое мы с вами выполняем, это латеральные выпады в сторону с дополнительным сгибанием и разгибанием рук в локтевом суставе. Тем самым мы с вами дополнительно прорабатываем трицепс. Упражнение выглядит следующим образом. На вдохе опускаемся вниз, приседаем на бедре, сгибая локти, выдох наверх. Вдох, согнули руки в локтевом суставе и бедро, выдох наверх. Мы словно приседаем с вами на одной ноге, таз максимально уводя назад. Выдох. Обратите внимание на локти, мы их не разваливаем. Локти смотрят строго вперед на параллельных прямых. И заключительное упражнение, которое мы с вами выполняем, это тяга в наклоне. Уходим в исходную позицию, корпус подаем вперед, живот максимально втягиваем, ладони смотрят друг на друга и на выдохе начинаем тянуть гантели в сторону бедра. Локти при этом смотрят строго наверх, потолок. Вдох опустили, выдох прожали, вдох, прожали, вдох, прожали, вдох, прожали. На выдохе опускаем вниз, выдох прожимаем, вдох, выдох, вдох, выдох. Напоминаю, что каждое упражнение мы с вами выполняем от 10 до 15 повторений, и таких кругов нам нужно выполнить всего лишь 3. Ну что, прекрасного вам занятия, будьте обязательно в форме, всем пока-пока, обнимаю вас в план.